Если вы хотите по-новому приготовить рульку, берите на заметку этот рецепт. Невероятно ароматная, аппетитная и вкусная рулька по-китайски однозначно удивит вас и всех, и ваших близких. Запоминайте! Чтобы рулька получилась действительно мягкой и таяла во рту, варить ее следует на очень медленном огне не менее 3 часов. После стоит проверить готовность и при необходимости продолжить еще варить. В процессе варки можно добавлять в бульон соевый соус, соль или сахар, корректируя тем самым вкус. Свиная рулька – 1 штука. Луковица – 1 штука. Чеснок – 2-4 зубчиков. Имбирь – 1 штука, кусочек. Сахар – 2 столовые ложки. Соевый соус – 4-6 столовые ложек. Перец чили – 1 штука. Растительное масло – 1 столовая ложка. Соль – по вкусу. Количество порций – 6-8. Рульку как следует вымойте, подготовьте остальные ингредиенты. У меня перец маринованный в масле. Выложите рульку в кастрюлю, залейте водой и отправьте на огонь. Тем временем очистите и измельчите лук, чеснок и имбирь. На сковороде разогрейте немного масла, выложите лук, чеснок, имбирь и чили. Обжарьте 2-3 минуты. Достаньте рульку, выложите на сковороду и жарьте еще 5-7 минут, переворачивая. В процессе жарки можно удалить чили, чтобы рулька не была слишком острой. Переложите все содержимое сковороды в кастрюлю. Добавьте сахар, соевый соус, пару ложек соли. Влейте горячий бульон, в котором варилась рулька, и отправьте кастрюлю на огонь. После закипания уменьшите огонь до минимума, прикройте крышкой и оставьте вариться. Я варила рульку около 3,5 часов. Приятного аппетита!